Аллилуйя. 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 Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Аллилуйя! Мы в полях с тобой гуляем, мой возлюбленный Господь. Аллилуйя! 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 Слава Богу! Друзья, братья, сестры, кто подключается, доброе утро всем! Кто потом будет видео смотреть это в записи, тоже вам приветствие с Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Слава Богу! И сегодня у нас первое Элула новомесячие, кстати, совпавшее с 1 сентября в этом году, да, такое нечастое совпадение, редкое. Да, библейский календарь, новый месяц библейского календаря, лунного календаря совпал с первым днем, да, с началом месяца солнечного календаря, гражданского календаря нашего. Так что да, 1 сентября сегодня на дворе, 2019 год. А в библейском исчислении, слава тебе, Господь, начало шестого месяца, новомесячие, сегодня первое число месяца шестого. Вот, ну, этот месяц в традиции мы называем Элул. Элуль. Элул — это спокон веков это слово еще воспринимается и как аббревиатура такая, знаете ли, это как вот именно первые буквы библейского этого изречения, прекрасного, одного из самых прекрасных изречений в Библии. Даже, скажу, самое прекрасное изречение в Библии. Вот, и это ключ такой, золотой стих Библии. Так, по крайней мере, значит, скажу так вот, разные школы, значит, библейского еще времени видели именно как раз вот этот стих. Это песня песней Шир Гашерим. В книге всех книг есть песня всех песней. Это песня любви. И в этой песне всех песней есть стих всех стихов, да, 6 глава, 3 стих: «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, они ледоди, ведоди, ли». И вот этого, если первые буквы взять, этого изречения библейского, то получится Элуль, Элуль, да, название этого месяца. О, спасибо тебе, Господь, спасибо за доброе утро, спасибо, да. О, этот месяц, начавшийся вчера вечером, да,
был вечер, и было утро, день первый, да. Первый день нового месяца, первый день библейской недели. Да, первый сегодня рабочий трудовой день библейской недели. Этот день называется еще воскресенье, в украинском неделя. Вот, а библейский там так называется первый день первого месяца, значит, нового месяца, извиняюсь. А так это шестой месяц, если считать от нашего исхода. А если считать от летоисчисления, как мы еще по традиции ведем, от праздника Йом-Труа, от праздника Трубного Зова, от Рош-Хашана, да, от сотворения мира, от сотворения нашего пращура Адама, нашего праотца, то да, 12-й месяц, завершающий месяц. Вот, спасибо тебе, Господь. Этот месяц подготовки к встрече с Господом, этот месяц особенно трепетный такой, трепетной любви. Месяц трепетной любви. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Сегодня благословляю всех вас, возлюбленные, благословляю сегодня, и пусть в этом месяце, на протяжении всех этих дней месяца, до самого конца этого месяца, этот месяц оканчивается по гражданскому календарю, получается, 29-го. Сентября вечером завершение. И начало уже нового месяца и нового года будет, да. Так что скоро Новый год, через месяц Новый год, да. Вот, в ночь с 29 на 30 сентября в этом году мы будем праздновать Новый год, отмечать новый новолетие, начало индикта, церковный Новый год, библейский Новый год, да, от сотворения мира, ведущее исчисление. На пороге 5780 уже год. Да, на пороге уже. Остаются считанные дни этого месяца Элула. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Это очень трепетно, очень волнительно и прекрасно. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, ты грядешь, Господин и Царь над всей вселенной, Бог богов и Царь над всей вселенной. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Только ты один для меня, а я для тебя, а ты для меня. И нет другого, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу.
Только только ты один для меня навсегда, навсегда. И нет другого, только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, ты грядешь, Бог богов и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только ты один для меня. И нет, и не надо, и не может быть другого. Только ты один. И я тебе, мой Бог, принадлежу навсегда, навсегда, навсегда. В сердце только ты один живешь. Мой родной и самый драгоценный, мой возлюбленный, самый прекрасный во всей вселенной, самый-самый-самый, ты самый умный, самый красивый, самый-самый добрый, самый-самый-самый. Благословен Господь, благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя, сердце плавится от Твоей любви, Господь, Боже, и благодарю Тебя, Господь, за действительно эту радость, Боже, эту благодать. Спасибо, Боже, за этот день, за этот месяц трепетной любви, нашей с Тобой любви, Господь, Твоей любви к нам, трепетной любви, трепета и любви Твоей, Твоих, и наших трепета и любви к Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу Тебе, мой возлюбленный. Я всецело Твой, без остатка, полностью я Твой. А Ты, полностью Ты, все, весь мой, весь Ты мой. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной. Спасибо Тебе, Ава, Отче, Папочка, Папа. Спасибо Тебе, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Отец мой, Аллилуйя, родивший меня, давший мне жизнь, дыхание, все, Тобой живу и движусь, и существую. В сердце только Ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, ты грядешь, Господин и царь над всей вселенной. Бог богов и царь над всей вселенной. Только исключительно, только ты. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу, только тебе, Господь. Ты только мой, я только твой. Спасибо, спасибо. Спасибо, когда ты вывел нас из Египта,
рукою крепкую, мышцею простертую. Море перед нами расступилось. Оно не могло устоять от Твоей любви, Господь, Твоей милости. Пустыня стала обитаемой от Твоей любви. Хлеб ангельский мы ели 40 лет подряд. С неба падал хлеб ангелов, и мы ели его. Ноги наши не пухли, одежда не изнашивались. Мы шли по пустыне и воспевали Тебя, Господь. В этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед. Эрет завод халяв, халяв он ваш, эрет завод халяв. Халяв он ваш, эрет завод халяв. Халяв он ваш, эрет завод халяв. Халяв он ваш, в этой земле течет молоко и мед, 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 в жизни моей течет молоко и мед. В этой земле течет молоко и мед. В этой земле течет молоко и мед. В жизни моей течет молоко и мед. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Бог богов, Господь господствующих. Боже, и вся жизнь полна наша Твоего чуда. Вся жизнь наша полна этого великого чуда, Господь, Твоего, Боже, Твоей любви. Господь, и сегодняшний день, этим утром обновилась милость Твоя, обновляется в наших судьбах, Господь, наше восприятие Твоей любви, Твоя любовь к нам, Господь, и наша любовь к Тебе, Господь. Обновляется Твоя милость к нам и наша милость к Тебе, Господь. Обновляется Твоя любовь к нам и наша любовь к Тебе. Обновляются, Господь Боже, наши с Тобой взаимоотношения. Тебе, Боже, спасибо. Спасибо, я Тебе принадлежу, а Ты мне, Господь, спасибо. Спасибо. И так пусть весь этот месяц, Элуль, совершается это таинство любви, трепетной, таинство трепетной любви, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Святой, спасибо Тебе, Господь, великий Бог наш. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, сегодня совершаем хлебопреломление в начале этого месяца, первый день этого месяца. Причастие трепетной Божьей любви. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благословен Ты, Царь всей вселенной, благословен Ты, Бог наш. Господь, Ты дал нам хлеб. Боже, хлеб наш насущный. Боже, благодарю Тебя за хлеб, за жизнь. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Ты есть хлеб жизни, Господь. Этот хлеб физический, хлеб насущный, Боже, от
от которого наша жизнь, Господь, Боже, есть образ Твой, образ, святая икона, образ жизни вечной, образ Твой хлеб, сошедший с небес, Иисус Христос, Спаситель наш, Иешуа Машиах. Господь, спасибо Тебе. Благословен Ты, Царь всей вселенной. Благословен Ты, Бог наш. И плод виноградной лозы, знак Божьего обеспечения, Божьей милости, процветания, благословения, радости, мира, любви. Благословен Ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. А наипаче благодарю Тебя за плод великий Твой, за лозу небесную. Боже, и мы плоды этой великой лозы, веточки на этой великой лозе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, великий виноградарь. Слава Тебе. Благословен Ты, Спаситель наш. Благословен Господь наш. Благословен, благословен. Спасибо Тебе, спасибо, драгоценный, спасибо, возлюбленный, спасибо, 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 спасибо. Благодарю Тебя, Господь Божий, за эту жизнь. Благодарю Тебя за счастье знать Тебя, Господь, эту благодать, милость Твою. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь наш, Царь всей вселенной. Спасибо Тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо за любовь Твою. Спасибо. Спасибо. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой, друг мой, Целитель мой и Освободитель мой. Аллилуйя! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым я спасен, которым спасаемся. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо, Господь, спасибо, драгоценный, возлюбленный, спасибо, Искупитель мой живой, спасибо. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой, Ты мой герой.
Благодарю тебя за все, за все, за все. За все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Слава тебе, Господь! Слава тебе, драгоценный, возлюбленный Бог наш! Слава тебе! Слава тебе и хвала! Слава, слава, слава! Слава Агнцу Божьему на престоле! Слава Утешителю Духу Святому! Слава, слава! Слава тебе, Господь! Благослови, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь, Отец, аминь, аминь. Приложив это Духом Святым, соверши, Господь, это таинство сегодня, Боже, в нас, верующих. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за Твою любовь. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за Твое чудо. Спасибо, спасибо. Аминь. Аминь. Спасибо, Господь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Тело Христа, тело Господа моего, Спасителя моего. Спасибо, спасибо за эту таинство, за эту тайну. Христос во мне, упование славы. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. За жизнь мира ты отдал свою жизнь. Восхваляю имя Твое, сладчайший, Спаситель мой, Иисус Христос, Искупитель мой, драгоценный, кровь святая Иисуса Христа. Аминь. За жизнь. Аминь. Тело Христа. Кровь Христа. Это ты и я. Тело Христа, кровь Христа. Я, ты, он, она вместе. Дружная семья вместе. Целая страна вместе, Божья страна вместе,
Церковь Божья, Царство Божие. Спасибо, Господи, спасибо за все, спасибо, благодарю Тебя. Я и Ты, мы одно с Тобой. Спасибо, Господь, я и Отец одно. Кровь Христа, тело Христа. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо за таинство сие. Спасибо, благодарю Тебя за сегодняшний день, за всех, кто подключался. Арсений написал шалом, да, ходыштов, да, рош ходыш. Начало месяца, друзья, начало месяца. И пусть с каждым днем усиливается эта трепетная любовь наша с Ним. Во имя Христа Иисуса молюсь и благословляю всех вас, друзья, братья, сестры. Молюсь и благословляю. Благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня Иерусалим, благословляю сегодня всех евреев, всех людей разных национальностей, всех стран, народов, континентов, всю нашу страдавшуюся землю, потому что вся тварь стенает и мучится, все творение стенает и мучится, ожидая откровения сынов Божьих, величайшее откровение трепетной любви нашей с Ним и Его к нам, нашей к Нему. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, благодарю Тебя, благодарю. Спасибо, 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 Господь, спасибо. О, спасибо, спасибо. Эти дни, есть красивая традиция, вот Christmas time, да, предрождественское время. Я, кстати, приехал в Украину первый раз в своей жизни в 97-м году, да. Это была зима, это, ну, уже осень поздняя, да, уже как раз вот начало, как раз время предрождественского такого, Christmas time, да. Вот, и репетиции застал я этих вот рождественских гимнов в храмах, в костелах, в храмах православных, католических. Очень интересно. И, знаете, я был очень тронут всем этим. Потом пару раз был в Америке, вот как раз вот на Christmas time полное это время предрождественское, начиная от Дня Благодарения и до 25 декабря. В любом супермаркете, на улице, в городах, в центре городов, от Аляски заснеженной до солнечной Флориды, от Нью-Йорка и до Калифорнии. То есть во всей Америке одна и та же история. Заходишь везде, запах этот рождественский, дух этот, да, аромат этот рождественский везде. И песни эти. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Jingle Bell, Jingle Bell. Все эти песни рождественские, они поют, звучат везде, везде звучат. И это, особенно когда в Сиэтле видел вживую, когда люди выходили в старых таких костюмах и вот пели прямо на углах улиц, на площади. Так интересно, эти псалмы. Вот, и, конечно, исторически родился Иисус не 25 декабря и не 7 января. Это все наследие нашего антисемитского, к сожалению, да, такого церковного прошлого. До сих пор еще в христианстве это все, к сожалению, есть. Вот, с этим, конечно, боремся. Вот, я убеждаю братьев, конечно, верующих разных конфессий, разных деноминаций, отстать от этого, вот, и если хотите праздновать Рождество, то уж празднуйте тогда библейские праздники, как оно и положено, как оно и было на самом-то деле. Иисус-то родился как раз в осенние праздники. И вот этот месяц остается месяц до начала череды осенних праздников, в которые как раз было и первое пришествие Господа Иисуса Христа, Рождество Христово, первый приход Машиаха был как раз в исполнении библейских пророчеств,
и исполнение этих пророческих праздников. Сами праздники, Господни, Божьи праздники, они тоже пророческими являются для нас. И если весенние праздники уже исполнились большей частью для нас, то осенние, они еще лишь в малой степени они исполнились. А в большей они еще должны исполниться. Но сочетая христианскую добрую, хорошую традицию вот, с библейской традицией, вот, я все эти дни Элула еще также и пою рождественские гимны вот, в ожидании вот этого действительно празднования. Вот, и мы, конечно, многим чудно. У нас церковь самая первая, вообще, насколько я знаю, на постсоветском пространстве. Мы первые начали праздновать Рождество как раз в сентябре месяце, стали петь эти гимны рождественские. Я когда в Москву приехал, тоже в армии спасения проповедовал как раз в сентябре, и тоже спел эти гимны. Многим было чудно, конечно, у многих был шок, взрыв мозга, говорят, или там, короче, это была реформация. Многие потом подходили, говорили спасибо, говорили, да, это переворот сознания точно, метанойя происходила. Вот, да. Вот. Посмотрим, как будет дальше. Но самое главное, вот, пусть свершается реформация божественной любви. Божественной любви. Спасибо тебе, Господь. Тихая ночь, святая ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговенье святая чета, чудным младенцем полны их сердца. Радость в душе их царит, радость в душе их горит. Аллилуйя. Ну, это вечером споем про ночь тихую. Вот, сегодня, наверное, вечером споем, да? Вот. Много прекрасных украинских гимнов. Вчера тоже пел их на служении. Как раз рассказывая немного об этом христианам. Для многих это было, конечно, тоже метаноией. Новоради стала. По-русски я тоже делал перевод некоторый там. Радость новая настала, какой не бывало. Но все-таки в украинском проще петь. Украинская мова, она, русский язык он хорош, но он хорош для разговора больше, для общения, но для пения, честно говоря, русский не очень хорош. А вот украинский, он вообще, он певучий, его даже не надо напрягаться вообще. Там в украинском просто выдыхаешь, он сам поется вообще. Удивительно. Феноменально просто, просто феноменально. Я не знаю, есть ли язык такой похожий еще на земле. Говорят, итальянский, итальянская мова, да, итальянский язык, он где-то так вот похож на украинский, но украинский все-таки лучше, чем итальянский, это однозначно. Хотя говорят, что итальянский лучше, но я слушал много итальянских, я не знаю итальянский язык, конечно, но я слушал много итальянских песен, но сравнить с украинскими песнями, знаете ли, итальянские, при всем уважении к Италии, не в обиду итальянцам, вот, спасибо за ваши спагетти и пиццу, значит, да, значит, там эти, паста, да, значит, все это прекрасно, конечно, но при всем уважении. Украинские песни, они, не знаю, на мой слух, как они более мелодичны, они более, о душе моей, они вообще прекрасны. И вот слова этих песен, рождественские песни украинские, это вообще это один из шедевров, вообще мировых шедевров вообще, мировых шедевров. Хо. Новоради стала, яка не бувала, над веретепом зірка ясна,
Світло засяло, над вертепом зірка ясна. Світло засяло, де Христос родився, з діви воплотився. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Господь, спасибо! Благодарю Тебя за это удивительное время Твоей трепетной любви к нам и нашей трепетной любви к Тебе. Благослови всех братьев, сестер этим добрым утром. Сегодня воскресенье, первый день недели. В украинском, кстати, так и называется день, неделя. Вот, и сегодня в большинстве христианских церквей сегодня богослужение проходит. Вот. Иногда это связано, с, как у нас, допустим, с арендой помещения. Вот. Но чаще всего это наследие антисемитского, опять-таки, нашего прошлого. Вот. Начиная с того самого первого антихриста в истории церкви, такого политического антихриста, Константина императора и его матери Елены. Вот эти два антихриста, они, конечно, очень много сделали, конечно, такого пагубного. Особенно вот как раз проблема антисемитизма. Это самое... Константин, он как вот в духе Геббельса, наверное, министра пропаганды Третьего Рейха, вот такие же у него были слова страшные и поступки, еще более страшные даже, вот, чем даже фашистский Рейх. Вот, но по милости Господней сегодня преодолеваем все это. Благоставляю вас, возлюбленные друзья. Во имя Иисуса Христа благоставляю в этом дне и все собрания народа Божьего в разных церквях, разных конфессиях. Сегодня благоставляю во имя Иисуса Христа. Да благословит Господь. Еверехеха Донай ве ишмареха Яхера Донай панавелейха Віхунекха, Іса Донай, панавелейха, веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Бешаем Иешуа, Ганашиах Иешуа, Машихейну. Аминь. Аминь, аминь, аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Благоставляю всех вас, друзья, во имя Господне. Сегодня вечером присоединяйтесь. На протяжении всего этого месяца Элула буду также стараться подключаться и по утрам в 6 утра, вот, и в 6 часов вечера. Вот, будем петь и рождественские гимны, вот, будем молиться, благодарить Бога, совершать хлебопреломление, причастие, Евхаристию, потому что месяц трепетной любви, это для меня это в первую очередь месяц Евхаристии, месяц причастия, месяц вот этого общения тела и крови Господа Иисуса Христа. Он это я это Он, я и Отец одно, это центральная такая ветвь, центральное направление этого месяца. Спасибо тебе, Господь, за все. Аллилуйя! Аллилуйя!